Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Донни и добро пожаловать на канал. Сегодня мы с вами снова играем в мобильный КРМП, и это у нас Black Russia. Ссылочка на проект, как всегда, находится в описании к этому ролику. Скачивайте игру по ссылочке из описания к этому ролику. И, ребят, также при регистрации своего аккаунта в чате вводите очень простую команду /promo, как это сейчас делаю я. Открывается окно, выбираете пункт номер 1 и здесь, в этом окне, вводите очень простой промокодик, который называется хэштег Донни. Вводите его также, далее ввести, и сразу после этого вы получаете Gold VIP-ку, Rolls-Royce Cullinan, скин и аксессуары совершенно бесплатно. Скачивайте игру по ссылочке из описания к этому ролику, а также не забывайте играть вместе со мной. А сегодня в этом ролике я покажу вам все действующие промокодики на Black Russia, но под самое начало этого ролика я показываю вам комментарий, который победил в этом видосе и зарабатывает 1000 бесплатных блэккоинов на любом серваке Black Russia. Если у тебя тоже есть желание победить и заработать 1000 бесплатных блэккоинов на любом серваке Black Russia, напиши в комментариях слово «участвую», любой комментарий, чтобы в нем было слово «участвую». Чем больше комментариев от тебя, тем больше шансов, что победишь именно ты. Давайте мы не будем тянуть и сразу перейдем к вводу промокодиков. Опять-таки вводим команду /promo и далее вместе с вами вводим промокод, который называется хэштег BRVIP. Вот так же вводите его, нажимаете ввести и получаете вы с него платину випку на 3 часа, скидку в магазине и классный скин. Также есть еще максимально похожий промо, он называется хэштег BRALIFE. Вот так же вводите его, нажимаете ввести, получаете вы с этого платину випку на 2 часа, а также 3 крутые тачки. Реально очень даже неплохо. Платину випку умножит ваши доходы в 3 раза, вы будете получать в 3 раза больше экспириенса и 3 бесплатных доната раз в Payday. А это, ребят, я считаю, что самое крутое, конечно же. Далее вводим промокод, который называется хэштег темка. Вот так же вводите его, нажимаете ввести и получаете вы с этого аксессуар, а также еще скидку в магазине. Далее промокод, который я каждому из вас посоветую ввести, он называется хэштег пацан. Вот так же вводите его и получаете вы с этого скин, а также 3 крутые тачки, скидку в магазине 15%. Это реально очень неплохо, если вдруг у вас есть желание купить себе там крутую тачку, либо же VIP-статус, то вот эти вот скидки реально очень сильно помогут вам сэкономить деньги на Black Russia. Это, ребята, очень важно, как по мне. Далее мы введем промокод, который у нас называется очень просто, а именно хэштег MATZZZ. Вот так же вводите его и получаете вы с этого Deo Matiz на 3 часа. Тачка очень даже неплохая. Далее вводим промокод, который у нас называется хэштег BLACKMM. Также вводите его, хэштег BLACKMM, нажимаете ввести, получаете вы с этого 5 крутых тачек, реально очень крутые автомобили. Здесь и разные Bugatti есть, а также Bentley, Ferrari, Gelic и Rolls-Royce. Ну реально машины очень крутые, как по мне. Далее вводим с вами промокод, который называется очень просто, а именно хэштег BRLOVEYOU. Вот также вводите его, нажимаете ввести, получаете вы с этого BMW M5 F90. Приехали мы к автосалону и давайте посмотрим, какие же машины у нас уже есть. А для этого необходимо было добраться именно сюда. И вот Bugatti Chiron. А вот, ребята, моя Bugatti, гляньте, какая прикольная. Только, конечно, у меня прав пока нет, но я могу кататься на ней, ребята, это очень круто. Опять-таки, я могу ее открыть, и вот такая вот Bugatti моя. Но, ребята, прав у меня просто нет на категорию автомобиля, поэтому, к сожалению, покататься на ней я не могу. Но, разумеется, промокодики все эти рабочие, самое главное. Далее вводим промокод, который у нас называется хэштег утюг. Вот так же вводите его, нажимаете ввести, получаете вы с этого скин, а также 3 крутые тачки. Есть Porsche Panamera, Nissan GTR и еще Toyota Supra получаете. Далее вводим промокод, который называется YERALASH. Вот так же вводите его и получаете вы с него скин и 3 автомобиля прикольных. Далее мы вместе с вами вводим промокод, который у нас называется хэштег BACK2BR. Вот так же вводите его и получаете вы с этого 2 автомобиля. Lamborghini Urus и BMW M4. Но опять-таки, ребят, самое, конечно, крутое, тут есть разные автомобили и так далее, но самое крутое, разумеется, это випки, потому что они умножают ваши зарплаты. Хэштег March, также промокодик есть, вводите его и получаете 3 скина, Gold випку и Ferrari California, ребят. Опять-таки, все эти машины у нас в /car появляются, но опять-таки, да, не все, давайте пока выгружу нашу Bugatti. Есть промокодики, которые мы забираем сразу, а есть те, которые нужно забрать, отыграть
проиграв какое-то количество времени. То есть промокодик хэштег марч вы заберете, лишь подняв третий левел. А хэштег Дони, например, да, промокодик, который есть, вы забираете, отыграв 1 час. Поэтому все очень просто. Поднимайте себе левел на своем аккаунте и отыгрывайте часы и забирайте халявные тачки себе на аккаунт. Катайтесь, кайфуйте. Все это очень круто. Далее промокод старт мы вместе с вами вводим, получаем такой вот Mercedes волчок на 3 часа. А если мы введем промокод хэштег 900K, то с него вы, ребята, получаете Gold VIP-ку, 3 скина и 2 автомобиля. Реально очень крутые промокодики. На самом деле тут разные скины, тачки и так далее. Скины, которые мы получаем с вами, они находятся у нас в инвентаре. Вот такой вот скин Яралаша можно, в принципе, надеть. Такого пацанчика можно за него играть, но вполне себе неплохо. Однако скин реально очень крутой, потому что он очень подходит для коптов. В него очень сложно попасть там при стрельбе и так далее. Поэтому скин, как по мне, один из самых лучших на Black Rush. Далее промокод хэштег UPD1710 мы вводим, и получаем мы с этого 3 тачки и купон X2 на 12 часов. Также, если мы введем еще один промокод, который есть на Black Rush, и он называется хэштег Creep, а с двумя E вот так вот ввести нужно, хэштег Creep, то мы получаем 2 тачки, а также еще 3 скина и Gold VIP-ку на 15 часов. А это, ребята, просто очень круто, как по мне. Далее мы вместе с вами вводим промокод, который есть на Black Rush, и он называется хэштег BBRLoveY. Вот так же вводите его, и получаете вы с этого 5 автомобилей, 2 скина и платинум випку на 6 часов. Далее вводим один из самых новых промо, который называется хэштег NewYear. Вот так же вводите его, и получаете вы с этого скин и 3 крутые тачки. Все эти машины реально очень прикольные темки, потому что можно покататься на них, и опять-таки можем некоторые из них даже прямо сейчас с вами посмотреть. А давайте какой-то гелик мы загрузим, где он появится. А он появился где-то у нас... А вот, ребята, гелик. Он мой, да, но опять-таки прав нет, я покататься не смогу, но вот такой, ребята, прикольненький. Можете покататься в нем, но опять-таки он временный, поэтому со временем, разумеется, он исчезнет. Но опять-таки это идеальный вариант, чтобы оценить автомобиль и понять, в принципе, нравится он вам для дальнейшей покупки или же нет. И ведем 2 последних промо. Первый из них — это хэштег SURPRIS. Вот так же вводите его, и получаете вы с промокодика аксессуар и скидку в магазине. И последний промо на сегодня, который мы ведем вместе с вами, называется хэштег где кнопка. Вот так же вводится он, вводите его также, и получаете вы с этого аксессуар маска Деда Мороза и скидку в магазине. Итого, ребята, мы с вами получили очень много различных аксессуаров, разные скины и так далее, и куча различных автомобилей. Но что самое главное, у нас есть випка, об этом я буду постоянно говорить, то что випки — это самое главное, особенно под самое начало игры, потому что они помогут вам на халяву получить вип-статус, который стоит реально денег. Если мы посмотрим, то в магазине платину випка, ребята, между прочим, даже на 3 дня стоит 170 рублей. На месяц она и вовсе стоит 800, понимаете? То есть, как бы, это реально очень солидные деньги. А вы получаете эти випки бесплатно, и они реально дают возможности получать зарплату в 3 раза больше, в 3 раза быстрее прокачивать ваш аккаунт и получать 3 доната раз в Payday. А это очень круто. Вы в сумме сможете накопить реально очень много доната и на халяву забрать себе какую-то прикольную тачку, потому что, в принципе, здесь есть предложение, что можно за, не знаю, за 38 доната забрать себе крутой байк, на самом деле. Поэтому, друзья, ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал, а также играйте вместе со мной. Всем удачи и всем пока!